А краснодарские каратисты сошлись на татами. В минувшие выходные прошел краевой турнир по киокусинкай. На зазвание лучшего боролись больше 250 юношей и девушек. Их поделили не только на весовые и возрастные категории, но и на группы по степени мастерства. Были и призеры мировых турниров, и новички. В их активе пока только белые или желтые пояса и воля к победе. Еще добавь! Руки где? Это уже 15-й кубок края по киокусинкай. Для опытных спортсменов турнир является площадкой для подготовки к чемпионату России и Европы, которые пройдут весной. В последние годы кубок проводят при поддержке «Единой России». Ее активисты в рамках партийного проекта «Краснодар. Город спорта» пытаются привлечь как можно больше подростков к занятиям восточными единоборствами. Каждый турнир собирает большое количество детей, и это является стимулом для тех девчонок, мальчишек, которые участвуют. Для них становится это смысл жизни. А карате, как уже было принято, с его философией, с его пониманием восточным, очень сильно привлекает детей для занятий. По результатам турнира определят трех лучших бойцов киокусинкай карате. Федерация по единоборству отправит их на международный чемпионат в Японию. Он стартует в начале апреля в Токио.